Сергей Алымов, сестрица. Мы знаем девушек с красивым, робким взглядом, боявшихся в лесу простого пня. Теперь они в шинели, с нами, рядом. На поле битв, на линии огня лесные пни их больше не пугают. У них теперь спокойный, твердый взгляд. Они теперь под пулями шагают, несут в объятиях раненых солдат. Есть в книге жизни светлые страницы, особая, сокрыта в них краса и слово драгоценное. Сестрица, солдаты произносят неспроста. Такого слова попусту не скажешь, такое слово надо заслужить. Такого слова не найдется краше, в него всю душу хочется вложить. Когда в бреду захочется напиться и чудится, смыкает враг кольцо, чуть внятно шепчет раненый: вот над ним чудесное лицо. На воспаленный лоб рука ложится, другая подает питье. И снова шепот медленный: сестрица, блаженная, уводит забытье. А девушка в косынке сна не знает, ее уже другой к себе зовет. Она ему подушку поправляет, сидит над ним, пока он не уснет. Совсем вблизи грохочет бомб разрыва, она сидит спокойно и нежна. Тревожный сон бойцов, храня ревниво, ее бесстрашной сделала война. Она утешит взглядом, теплым словом, с ней легче боль и всякая беда. И, уходя на фронт совсем здоровым, ее боец запомнит навсегда. На поле битв, где пули хлещут градом, где оставляет бой кровавый след, она идет в шинели с нами. Рядом. Для подвига, для славы, для победы.